Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Cry of Fear. В последней серии мы... Я не помню, что мы сделали в последней серии, я после нее отдыхал где-то, наверное, полчаса, потому что там натурально был такой обосрач. Но сейчас у нас есть... нам нужно сходить на этаж ниже. Ну, то есть мы там уже это все проделывали, но после этого погибли. Игра не очень простая, либо я просто не научился... обращаться с местным ножом. Как бы там ни было, меня убили. Сейчас нам придется по новой пережить несколько очень страшных моментов. Во-первых, для начала сейчас выскочит бабайка. Давай. Ух ты, как я его. Отлично. Так, он, по-моему, умер. Ты умер? А теперь что мы делаем дальше? Не поддается, закрыто с другой стороны. Я уже не совсем помню. Не поддается. А, нам сейчас нужно зайти в эту дверь. Тут будет очень страшно. Так, ну как страшно? Теперь-то я уже знаю, да, что... Что вот за этой дверью будет плоховато. А потом, когда мы выйдем, станет еще хуже. Ходим нафиг. Кто-то закрыл ее. Подожди. А в прошлый раз я вышел. Но там стало темно, конечно. А, ну да, валим. Подожди. Все открылось, валим. Сейчас надо подраться. Фу, хорошо. В этот раз полегче все прошло. Так, теперь у меня есть ключ для этой двери, но я, пожалуй, сбегаю наверх и запишусь, потому что по-новому все это проделать я бы не хотел, и тем более такие страшные места по-новому переживать я бы тоже не хотел. Все-таки, как ни крути, нервы надо беречь, поэтому ну и нафиг. Хорошо. А я говорил, после амнезии будут стальные яйца. Не тут-то было. Так, теперь мы идем сюда. Тут мы в прошлый раз погибли, в прошлой серии, в предыдущей. Сначала нас очень нехило порезала бабайка, которая вот прячется справа за дверью. Так, сейчас я сяду поудобнее и, в принципе, готов к бою. К труду и обороне, как говорится. Ну давай, вот я тут вздрогнул в прошлый раз. Фу, в этот раз у меня скилл. Скилл, детка. Скилл не пропрешь. Не пропрешь. Так, и вот этот вот козел меня убил. Посмотрим, что ты мне сделаешь в этот раз. Так, ладно, в этот раз все прошло гораздо лучше. Тут я еще не был. Довольно уютно. Не поддается. Ой. Маленько приловчился я к ним. Это хорошо. Вообще это все очень напоминает Afraid of Monsters. Блять.
почему я на стол не могу запрыгнуть, а? Так, ну, по крайней мере, у меня много всего хорошего. Не открывается. Так, что-то... Подожди. Ты открыл дверь. Понятно. Ну и нахрен. Что-то на полу. Патроны! Патроны для Глока. Патроны хорошо. Огнестрела нет, плохо. Не поддается. Так, ну что, погнали. А мы тут были. Что мы в итоге взяли? Что нам это дало? Я не понял, честно говоря. И зачем мы прошли все это? У меня ничего нет. Возможно, я что-то пропустил тут. Неужели я просто так все это проходил? Нервные клетки-то они того. Не восстанавливаются. Так. Я все-таки думаю, что что-то я прощелкал. Ой. Как я могу... Это тело? Господи, как оно воняет. Он держит пистолет. Лучше возьму его с собой. Пистолет, естественно, не тело. Живем. Так, хорошо. Ну, пистолет это, конечно... Ой, хорошо, только... А, мы ключ взяли. Ключ. Куда-то этот ключ, короче говоря. На этом этаже вроде как больше ничего нет. Давайте сходим, во-первых, сохранимся. Подожди, тут был выключен свет, нет? По-моему, нет. Ох, как я люблю сохраняться. Так, подожди, а чего это ключ? От дверей в холле. Где эти двери? Давайте попробуем по лестнице подняться. Возможно, где-то повыше. Так, так. Нет, вот так. И вот так. Не поддается. Не поддается. Не поддается, понятно. Возможно, на том же этаже еще какая-то дверь, то есть самая дальняя откроется. Давайте попробуем ее открыть. Потому что что-то это как-то странно. Так, ну лифт, понятное дело, не работает. Вон та дверь, я имею в виду. Дверь закрыта. Хорошо. Ох, твою мать. Ой.
Подожди. То есть они при приближении ко мне взрываются и таким образом убивают меня, что ли? Ну ладно. Вы заметили, да, я именно в этой игре очень тихо разговариваю. Это как-то уже подсознательно просто. Игра расшатывает нервы. Офигеть. Так, это у нас какой этаж? У-у-у, у вас нахрен. Что, совсем дурак, что ли? Еще не хватало. Так, эта дверь не поддается. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас какая-нибудь прачка. А, здесь у нас вообще подъезд, выход на улицу. Не поддается, хорошо. Ой-ой-ой-ой. Ты откуда тут, бабай? Маленький бабай. Уф. Подожди. Подожди. Так, короче говоря, у нас вот здесь есть. Отсюда я пришел. А здесь я еще не был. Когда здесь есть немного детишек, я сломал лифт. Так. Теперь только... Ты хрен поймешь такой почерк, что, блин, курица лапы натурально. Он весь в цепях. Интересно, что здесь случилось? Написано. Супер. Это какой этаж у нас? Четвертый, по идее? Не поддается. Открыл дверь. Так, ну это, по-моему, четвертый этаж, да. Так, или нет? Нет, это третий этаж, потому что вот лежит записка. Хорошо, значит, нам на этаж выше. С другой стороны, и тут мы могли бы сейчас сохраниться. Давайте сходим. Оно же все равно близко. И хоть посещая места, в которых ты уже был, как ты поспокойнее себя чувствуешь. Так, тут ничего нового. Как-то странно время показывает. Учитывая, что у нас сейчас 10 часов, он показывает 8. У меня во многих играх так. Почему-то время в игре показывает совершенно не то, которое на самом деле имеется. Так, ладно. На этаж выше. Куда нам, собственно, и нужно. Ну, давай, выходи на свет. Давай. Ой, какой ты страшный, ёлы-палы. Ты что, не умеешь ходить по лестнице? Ну хрен с тобой. Хорошо. Слабак. Так, не поддается. Подожди, сколько у нас патронов там? Патронов не скажешь, что много. Чё я вообще тут забыл на этом этаже? Тут же, похоже, вообще ничего. Только патроны потратить. Уф, ладно, нам, похоже, нужно... Ну-ка, сюда никак? Нет, никак, к сожалению. Зря мы сюда ходили, короче говоря. Ничего тут нет. Кроме патронов.
Так что нам сейчас... Так, тут нам ничего не нужно. Отсюда мы, по-моему, пришли. Или отсюда. Блин, я уж начинаю путаться. Нет, нам вот сюда, похоже, единственное место, где мы не были. Как же мне попасть на этот четвертый этаж? Ну как мне дали огнестрел? Так я себя стал чувствовать поспокойнее, конечно. Не буду отрицать. Так, слева или справа? Фух, тихо. Слабак! Так. Ладно. Не так уж я и вздрогнул. Хотя надо бы, надо бы. Ох, какая прелесть. Как тут все хорошо, а? Уф. Так, ну что? Ой, все это поудобнее. Кирпичи все скину. Что мы тут имеем в итоге? Ну, сохранились мы, и что? И все, больше тут ничего нет. Да, похоже, дальше надо идти. Давайте-ка мы шерево используем. Одну штучку. Пока есть такая возможность. Ох ты, твою мать. Можно было бы, конечно, поэкономнее с патронами. Ну да ладно. Лифт. Ты работаешь, что ли? Так, хорошо. Похоже, именно на том этаже, который нам был нужен. Да, четвертый. Так, тут ничего. Опять неразборчивый почерк, наверное. Этот был хорош. Очень, чтобы убить. А, очень хорош, чтобы убить. Легко порезать. Я его легко порезал, прям как пищу. Своим ножиком. Короче, я как-то скомканно перевожу, но тут настолько ужасный почерк, что по-другому никак не поддается. Я здесь. Кто ты? Кто здесь? Не поддается и не открывается. О, нет. Он что, это сам собой сделал? Там ключик, говорит. Вы взяли ключ от подвала. Жесть. Где кто? Хватит пугать меня. Ой-ой-ой. Как говорится. Что? Кто-то заблокировал дверь? Ну ладно, нашим легче. Как говорится, простите за мат, но...
Ладно, не буду материться. Сохраняшечка есть, уже хорошо. Может быть, я смогу здесь спуститься? Или слезть, если дословно переводить. Ой-ой-ой. Это что за говно? У меня патронов нет. И как я тут спущусь? Откуда ты выломилась вообще, тварь? Все патроны на нее ушли. А вон еще лежат. А, веревка. Так, ну веревку я погодю брать, как говорится. Погодю. Сначала я смотрю тут все, потому что я чувствую, когда я возьму веревку, очередные адовые события начнутся. Или нет? Так, отлично. И куда мне ее применить? Ты разместил веревку. Ну, в принципе, не такие уж и сложные местные пазлы, если можно их так назвать. Каких-то особых затыков пока не было. Сразу две закрытые двери. Круто. Ой, это что это там такое? Это та баба, да? Иди сюда. Сковырнулась тварь. Фу, так хорошо. Хорошо, что около каждой лежат патроны. Но с другой стороны плохо, что если парочка таких тварей меня где-нибудь припрет в комнатушке, вот типа такой, то я не отобьюсь по-любому. Не поддается. Так, какой это этаж у нас? Слабачка! Ух ты, кто тут херачил просто со всей силы по этим решеткам. Какой этаж? Ощущение, что первый. Подожди, я тут был. Только я прочитать это так и не смог. Третий этаж, точно. Так, куда же мне тогда идти? На третьем этаже у нас, по-моему, вот за этой дверью... Нет. Вот за этой дверью была сохраняшечка. Или я из нее только что вышел, да? А, нет, я оттуда вышел. Да, тут пока что вроде как без изменений все. Сохранимся, конечно же, пока дает возможность. Ладно. И отсюда сейчас будем куда-то... Ой, блин! Ой, блин. Так, там у нас есть кто? Есть. Пошла нахер. Ни за что. Хотя у нее там может что-нибудь хорошее быть.
тварь. И все это было зазря. Тут ничего нет. Ой, как я испугался. Это же кошмар какой-то. Ладно, по крайней мере, мы живы. Давайте по новой сохранимся. Надо почаще сохраняться. А то там меня сейчас внизу убьют, и мне придется опять с этими двумя тварями воевать. Потому что у меня два патрона всего осталось. Так, что мне сейчас делать вообще? Так. Достигни подвала. Ну, пойдем. Как-то в подвал-то мы попадали. С верхнего этажа, по-моему. Или как? Точно не с четвертого. Вроде как не с третьего. Блин, я уже успел запутаться. Давай, сука. Давай. Так, сейчас. Сейчас, ребята. Сейчас. На кой хер в такое играть вообще? Зачем вы меня заставляете это делать? Откуда решетки появились вообще? Что такое? Их здесь раньше не было. Спасибо, Кэп. Куда бы мы без тебя? За дверью я слышу сердцебиение. Это прекрасно, по-моему. Твою мать. Ой, сейчас. Сейчас, ребята. Ой-ой-ой. Нет. Там последний раз был бабайка. В этот раз его там нет. Ой, блин, ты чё меня сам пугаешь? У него интересная вот функция. Два раза влево или вправо он резко уворачивается. Додж, это называется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, убери свой телефон, урод. Нас сейчас убьют. Дохни. Дохни, скотина. Супер, чё? Тут у нас чё, я не помню. А, тут у нас всё плохо было. Не-не-не, сюда я точно не пойду. Тут совсем плохо всё было. Вынесла просто дверь, да? Ну, вы понимаете, да, что творится? Подожди. Так, хорошо, это все. Отлично, конечно. Но где у нас подвал? Ширнемся в легкую. Какого хера? Ты не можешь подниматься по лестнице, да? Или можешь? Можешь? Ну, с трудом, да? Ну, хрен с тобой. Так, подвал, где подвал? Это не подвал, это выход на улицу.
Ой, все, ребят, конкретный пересрач. Надо просто найти сохранялку. Сколько там времени-то? Найти сохранялку, да, блин, заканчивать с этой серией. Что-то эта игра натурально давит на психику, это просто кошмар какой-то. Не поддается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да. Ты-то откуда? Так, там еще одна, да? Или это она как-то телепортировалась странным образом? Тут у нас сохранение, по-моему, было. Нет? Нет, это не тот этаж явно. Или тот? У нас вот тут сохранение было. Это тот же самый этаж, но теперь тут сохранения нет. Так, ребята. Просто нужно сохраниться и закончить на сегодня. Спасите меня, кто-нибудь, пожалуйста. Так, понятно. О, какая прелесть. Фу. Уф, ну что, ребят, я думаю, на этом мы прекратим эту серию. Просто уже, блин, сил моих нет. Эту игру надо играть очень небольшими дозами. Она натурально давит на мозги. Я совершенно не ожидал от нее таких результатов. Но это, с одной стороны, прекрасно. Теперь... я могу сказать, что эта игра меня уже закаленного пугает точно так же, как в свое время меня еще зеленого новичка в данном жанре пугала амнезии. Я не скажу, что эта игра страшнее амнезии, я пока что не прошел ее до конца, поэтому как-то, ну, вообще их сложно сравнивать. Но эта игра охренительно страшная, как минимум второе место ей обеспечено. Она даже страшнее, чем всякие TSPC, натурально просто кирпичный завод. Ну да ладно, увидимся в следующих сериях. К игре я вернусь завтра, наверное, вечерком сяду, поиграю, но не поздней ночью, я не буду нафиг в нее ночью играть. Как бы там ни было, с вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.